Шадов. Всем привет! Я знаю, меня давно не было на канале, и вам, скорее всего, интересно, почему же тебя так долго не было? Окей, в этом видео я попытаюсь, так скажем, пролить свет на эту тайну, и, скорее всего, вы поймете, почему меня так долго не было на канале. А, ну и да, раз уж меня так долго не было, значит, мне надо что-то сделать. Что-то классное, наверное. Не ожидайте чего-то супер классного от этого видео. Это будет простой летсплей. Наверное, я не знаю, скорее всего, это не точно. Ладно, давайте начнем все-таки мой рассказ. Значит, я просыпался рано утром, как после хорошего пати. Я вставал и начинал делать зарядку. Иногда интенсивно. Иногда очень интенсивно. После того, как я окончательно проснулся, я шел умываться. Потом я завтракал. Ничего необычного. Вслед за этим я надевал очки и начинал естественный процесс моей жизнедеятельности. Чё, горы HB, пацаны? Мда. Иногда мне звонил Фламу со словами: эй, ты урод, говно собачье, быстро ко мне погнал. И Витька с собой возьми, сука! Я быстро собирал все, что мне надо. Ну там геймпад, Витька. Иногда даже то, что мне совсем не надо. А иногда ко мне приходил Абрамович, и мы с ним разговаривали на задушевные темы. Но, в общем, суть вы уловили. Я был занят. Типа. Занят. Ладно. Раз уж это мое камбэк-видео, я так понимаю, мне нужно записать летсплейчик или монтажик сделать. Наверное. Да. В общем, будь что будет. Сейчас вы увидите весь тот бред, что я попытаюсь записать. Окей? Поехали. Всем привет. В общем, сегодня мы с вами играем в хорроры. Да. Вот. Первый хоррор у нас будет Slenderman's Shadow. Я думаю, вам он понравится. Блять, какие тут страшные звуки, пиздец. Я не хочу уже играть в эту игру. Ладно, поехали. Давайте начнем с самой первой карты. Я надеюсь... Блять, дайте я сделаю потише. Страшно, капец. Соберите 8 страниц. Где я вообще нахожусь? Говорят, санаториум карта называется. Санаторий. Я был как-то раз в санатории, и знаете, там все не так. Кто здесь шляется? О. Чё, пацаны, это компьютерный клуб, как я понимаю. Ладно, погнали. Ща, этот... Counter-Strike 1.6 запускай. Ладно. Ладно. Плохая шутка. Вот это жалюзи. Always hunting. А вот и первая записочка. Блять. Чё так страшно? Дайте я потише сделаю, мне реально страшно. Лол. Я не думал, что Слендер будет такой страшный. Это игра 2013 года, лол. Ладно. Ладно. Все хорошо. Все про... Блин, у меня еще игра зависает. Вообще четко. Ошибись. Тут ничего нет. Нет. А...
took my girl, now coming for me. Забрал мою бабу и теперь идет за мной. А, либо Слендер очень любит мальчиков, либо... Либо да. Не, ну вообще, говнюк, забрал тёлку у пацана и теперь хочет за пацаном зайти. О, бля. Я бы не хотел иметь дело с таким Слендерменом, господи, почему мне так страшно? Я просто повернулся в ту сторону, и мне стало страшно. Ой, еще одна записка. Сука! Вот для таких моментов и нужна эта бутылочка, понимаете? Пиздец. Continue. Yes. Let's try one more time. Вот первая записка. Записка. Хе-хе. Записка. Врама соц. It's rude to stare. Это невежливо пялиться. Я не вижу узкие коридоры. Лев, 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 царь зверей, пожалуйста, спаси меня от этого длинного непонятного мужика. Пожалуйста. It came from the forest. Он пришел из лесу. Ха! Лесник, что ли? Я знаю одного лесника, хороший дядька был. Блять, ты бою. Пошел в жопу, пошел в жопу, пошел в жопу. Я тебя не люблю, и это главный мой плюс. Так, какие там теперь записки нет, это хорошо. Узкие коридоры. Че так страшно? Соседи сверху топают, это, блядь, еще нагнетающе звучит. Пиздец, этой игре 5 лет. Почему она такая страшная? Always hunting. Он сзади? Блядь, да. Мне страшно. Правда. Собственно, вот и все на сегодня. А, так как я записал намного больше материала, чем я ожидал, я сделаю еще одно видео по Слендеру. Да, кстати, я попробую договориться с Фламу о создании предложки по хоррорам в нашем паблике. Так что ждите новостей в нашем паблике. Логично. Ссылка в описании, если что. Короче. Делитесь этим видео с друзьями, можете просто репостнуть себе на стену его, тем самым вы все равно помогаете продвижению канала. Ставь лайкусик, если видос зашел, подписывайся и вдарь уже наконец по колокольчику, чтобы я прям услышал этот звон. Ладно, всем удачи, пока.